Меня зовут Мария. Я живу в городе Москва. Меня зовут Наталья. Я живу в городе Москве. Меня зовут Вера Петровна. Я живу во Внуково. А я Елена. И живу я в столице нашей России, в Москве. Коренная москвичка. Прожила всю жизнь в центре Москвы. Очень люблю свой город и обожаю вас. Здравствуйте, меня зовут Лена. А меня зовут Юра. Меня зовут Таня Кудряшова. Меня зовут Александра Кудряшова. Мы живем в городе Архангельске. Меня зовут Опенков Михаил. Меня зовут Ольга Вячеславовна Поспелова. Я родилась в городе Архангельске. Меня зовут Осипов Всеволод. Отчество Владимирович. Я родился, вырос и до сих пор живу в городе Архангельске. Меня зовут Зоя Османовна Казакова. Теперь живу в городе Ленинграде, Петербурге. Меня зовут Валерий Семенович Гущенко. Меня зовут Надежда. Я родился в Ленинграде, а сегодня этот город называется Петербург. Здравствуйте, меня зовут Оксана. Моя фамилия Прохвачева. Я живу в Волгограде. Волгоград – это большой город. Он находится на Волге. Было очень приятно с вами познакомиться. До свидания.